Демоны – одни из самых таинственных созданий, которых можно встретить в мире Ведьмака. Истории с ними редко смешные или забавные. Обычно они заканчиваются страданиями, смертью и потерянной душой. Демоны страшны, в первую очередь из-за того, что могут быть где угодно. Они могут прятаться в теле любого человека, плести свои коварные интриги или использовать человеческую душу для пропитания. Их планы непонятны, и оттого они еще сильнее пугают. Их сила может быть чуть ли не безграничной, а гнев демона обращает в последних трусов даже самых сильных. Но больше всего, опять же, пугает то, что о демонах очень мало известно. Лишь единицы могут похвастаться тем, что им хватило смелости пролезть на территорию запрещенных ритуалов. И только небольшая доля экспериментаторов после этого контакта выживала. Из-за этого о них очень мало достоверных сведений, а те, которым действительно можно верить, записаны на проклятых и очень редких манускриптах, ну или же в уникальных книгах, само владение которыми уже рисковано. Тем не менее, с точки зрения исследования, демоны остаются достаточно привлекательными. Их сила манит, а власть, которую демон может дать своему хозяину, нельзя добыть никаким другим способом. Власть над судьбами. Власть над временем и пространством. Власть над душами. Сегодня мы попытаемся разобраться в том, кто такие демоны, выделим их известных представителей и определим естество этих существ, а также поведаем вам о том, насколько они опасны для всего мира Неверленда. С вами канал XDelayed, мы благодарим за поддержку наших патронов под предводительством Crack New, Mr. Zura, Stainless Steel Snake и EvaVS. Без вас видео по Ведьмаку на нашем канале выходили бы намного реже. Итак, заваривайте белую чайку, ставьте лайк этому видео, мы начинаем. Призыв демонов – Гоэтия. Сперва стоит обозначить факт того, что вселенная Неверленда состоит из множества реальностей. Материальный мир сосуществует совместно с другими планами бытия, и только избранным суждено хотя бы догадываться о том, что же там происходит. Когда-то посещение других миров так называемыми гостями было вообще невозможно, но после сопряжения сфер все стены мироздания заметно истончились. Именно потому огромные силы, что пульсируют в мире Ведьмака, от старшей крови и до магии призыва, нередко разрывают ткань мироздания. Они создают бреши в идеальной структуре Вселенной, и в эти бреши, случайно или по хитрому плану, прорываются ужасные сущности. Им не место в материальном мире, но здесь их сила огромна. То, что нормально в их плане бытия, в Неверленде считается чем-то невероятным. Фантастической волшбой, что не имеет аналогов. И именно потому этот самый материальный мир их так сильно привлекает. Тем более, что пробраться туда демонам зачастую помогают сами жители этого мира. Гоэтия – запрещенное почти везде занятие, что сулит невероятное могущество. Оно невероятно рискованно и может навлечь беду на огромное количество живых существ. Но именно запретный плод сладок настолько, что ради него личности готовы жертвовать абсолютно всем. Гоэтия – это настолько уникальное занятие, что она даже не считается полноценной магией. Это что-то принципиально отдельное, что-то, от чего стоит держаться подальше. Чародеи запрещают Гоэтию, следят за тем, чтобы информация о ней никуда не просочилась, и не просто так. Сам по себе вызов демона – это занятие несложное, он не требует даже магической силы. Достаточно просто случайно услышать несколько нужных формул и повторить их в более-менее правильных условиях. Все, создание из другого мира будет иметь возможность пробиться в материальный план. И боже упаси идиота, что открыл дорогу для столь могущественного монстра. С призывателем может случиться все что угодно. Он может потерять душу, стать вечным заложником демона, обречь себя на вечное мучение. Смерть – это лишь самая легкая участь. Хотя в принципе могучий демон может пожалеть глупого призывателя. Все же это он открыл для жуткой твари дорогу в Неверленд. Если он просто молча убежит, его можно и пожалеть. Да вот только не каждое существо из потусторонних миров способно думать. Многие из них руководствуются только своими неизведанными инстинктами, а потому шансы на выживание призывателя резко стремятся к нулю. Если только призыватель не подготовлен. Истинная Гоэтия – это ведь не искусство призывать демонов, с коим может справиться каждый алкаш в случайной корчме в Изимы. Гоэтия – это искусство подчинять демона своей воле. Чародей должен долгое время готовиться к призыву демона. Должен знать, кого именно он призывает, изучить все его сильные и слабые стороны. Как мы говорили ранее, сведений о потусторонних мирах даже в таинственных темных гримуарах почти нет, а потому волшебник, что взялся за столь рискованную работу, должен быть еще и исследователем. Он должен уметь читать между строк, видеть невидимое и чувствовать слабейшее колебание силы.
Только тогда у него появляется шанс, шанс на истинное могущество, которое стоит всего потраченного на кропотливое исследование темы времени. Первыми гуэтами были Альзур и его ученики. Как вы могли заметить из наших рассказов, Альзура вообще привлекала все запретное. От экспериментов над людьми до создания невероятных тварей при помощи безумнейших экспериментов. Конечно, со временем даже столь талантливого чародея, как Альзур, это занятие погубило. Но такова уж судьба человека, что исследует немыслимые силы. Всех остальных любителей запретных чар Капитул старался отлавливать. В замке Рисберг даже был расквартирован специальный орден боевых магов, которые следили за тем, чтобы правила соблюдались. Но тот, кому надо, мог спрятаться даже от самого строгого взора. Более того, все стало гораздо сложнее после падения Капитула. Выстроенной иерархии больше не было, и каждый мог делать все, что хотел. Мог лезть в любые загадки и в полной мере испытывать на себе силу запретных ритуалов. Понятное дело, что при таких условиях призыв кого-то неприлично могущественного был лишь вопросом времени. И вот на авансцену вышел Ольгерд фон Эверек, человек в крайнем отчаянии, но даже без половины нужных знаний. Он вызвал могущественного демона, Гюнтера Одима. Ольгерд надеялся, что тот решит все его проблемы. Но вместо этого Гюнтер просто исполнил все желания Ольгерда. Только дело в том, что тот даже не подозревал, о чем просит. То, чего ты хочешь, и то, чего ты просишь, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Гюнтер Одим. Да, наверное, наиболее невероятные силы создания с другого плана бытия, по крайней мере из тех, о котором есть сведения, это Гюнтер Одим. Он безумно силен, хитер и коварен. И только две слабости есть у того, кого многие шепотом величают господином зеркала. Самоуверенность и имя. Да-да, именно настоящее, исконное имя Гюнтера, которое тот получил при рождении. Ведь даже у самой большой силы тоже есть начало. Тот, кто узнает настоящее имя Гюнтера, получит над ним власть. И если у господина зеркала и есть какой-то страх, то именно страх выдать заветное имя. При малейшем шансе на то, что это произойдет, с человеком, который может обрести такое знание, вдруг что-то случается. Он теряет дар речи, рассудок, либо свою жизнь, каждый раз, когда достаточно близко подбирается к истине. Самоуверенность Гюнтера же – это просто черта характера. Ведь ни в одном мире, ни на одном плане бытия не существует ничего, что не имело бы какого-нибудь изъяна. Гюнтер может контролировать время и пространство, может убивать одним движением руки, у него есть власть над человеческими душами. Да, чтобы перечислить весь список его талантов, нужно даже отдельное видео. Кстати, оно у нас было, даже два. Переходите по ссылкам в описании, если еще не смотрели. Мы же отметим, что сила Гюнтера Одима не имеет аналогов, а потому даже трудно себе представить место, в котором было бы достаточно много существ такой мощи. Может, Гюнтер уникален и не зависит от планов бытия вообще, путешествует сразу между всеми мирами и не помнит своего дома. Что-то подсказывает, что мы этого никогда не узнаем. Делаем только единственный вывод. Первые черты демонов мира Ведьмака – это могущество, самоуверенность и хитрость. Гюнтер готов перекроить под себя само время, путешествуя по нему и внося коррективы в нужных ему моментах. Все для того, чтобы план работал. Чтобы мир развивался так, как это нужно господину зеркала. Ключник. Теперь же мы переходим к созданию, один вид которого жутким холодом отзывается во всех конечностях и заставляет сердце уйти в самую дальнюю точку пяток. Тот, о ком вы так часто просили нас рассказать. Ключник – один из демонов усадьбы фон Эвериков. Именно его Гюнтер Одим отправил в услужение семье фон Эвериков. Ужасный с виду, состоящий будто бы из кучи сшитых частей человеческого тела. Высокий, бледный, безглазый, но прекрасно видящий все вокруг. Ключник – такое имя он себе взял. И он выполнял все, что от него требовалось. Демон в точности следовал каждому приказу, не терпя двухсмысленности. Если надо охранять участок, то каждый, кто придет без спроса, умрет. Если надо приносить пищу и воду, то даже после того, как человек погибнет, ключник будет ежедневно это выполнять. Машина, абсолютно безразличная ко всему вокруг, но невероятно сильная. Сам факт того, что у Гюнтера Одима есть власть над таким созданием, говорит о многом. А может, это он его создал, сшил человекоподобное создание и вселил в него принужденного к вечному служению демона, вдохнул жизнь в своего личного Франкенштейна. Ох, в любом случае тут мы получаем вторую черту демона – это безразличие. Безразличие ко всему прочему и слепое следование приказам господина, которому удалось демона подчинить. Невозможность совершить хотя бы шаг в сторону от заданных параметров.
Черный кот и черный пес из усадьбы фон Эвериков. Дальше наши поиски продолжаются в той же усадьбе фон Эвериков. Мы обратим внимание на совсем необычных домашних питомцев – черных кота и пса. Животных, которых Хольгерд фон Эверик оставил для жены Ирис в надежде, что те составят ей хоть какую-то компанию. Тогда Хольгерд уже полностью потерял свое сердце и заботился о жене скорее по инерции. Но по факту он превращал ее жизнь в настоящий ад. Да только заслуги черных кота и пса здесь нет. Они, как и ключник, были подчинены Гюнтером Одимом и призваны в этот мир, чтобы следовать одной цели – служить Ирис фон Эверик. Именно они помогли Геральту из Ривии докопаться до истины, раскрыть тайну судьбы Хольгерда и Ирис, а также дали подсказку о слабости Гюнтера Одима. То есть, они хорошо знают господина Зеркала. Они владеют мощной магией и, что логично, существуют на одном плане бытия с Гюнтером. Вот вам очередные черты для описания полной картины термина «демон». Это желание свободы и симпатия. Черные кот и пес, очевидно, симпатизируют ведьмаку Геральту из Ривии. Они ведь далеко не просто так подсказывают ему, как победить Гюнтера. Они также помогают Белому Волку в исследовании судьбы Хольгерда и Ирис фон Эверик. Почему? Ну что ж, если ведьмаку удастся освободить душу Ирис, то и демоны получат свободу. Они устали находиться в заточении, хотят домой, чтобы они не называли своим домом. А еще, несмотря на все кажущееся безразличие, они могут чувствовать или как минимум имитировать благодарность. Черные кот и пес немного очеловечивают общий образ демона. Низшие демоны – Драуг, Хим, Куарин и Сфинкс. Закончим же мы наше исследование низшими гостями из других планов бытия. Теми, на кого ведьмаки даже берут заказы. Чем-то они похожи на зверей из материального мира, настолько же подчинены инстинктам и нуждаются в добыче. Охотятся за теми, кто может обеспечить им пропитание. Например, Хим пробивается через ткань мироздания, когда какой-то человек очень сильно страдает. Судя по всему, человеческие души действительно связаны с другими планами бытия. Власть Гюнтера над этими самыми душами подтверждает нашу догадку. И вот, когда душа человека истерзана и ткань мироздания для этой души становится тоньше, к человеку может присосаться настоящий хищник. Хищник по имени Хим. Он питается человеческой болью, страхом и отчаянием. Срастается с самой душой человека и постепенно выпивает эту самую душу. Он пережевывает и выплевывает ее, сводит страдающего с ума, заставляя чувствовать вину и страх бесконечно и невероятно сильно. Хим раскрывает нам еще одно начало демона – хищное. Также нам стоит вспомнить и про Драуга. И опять же, мы получаем связь демона с мертвыми душами, ведь без он их Драуг просто не существует. Он вселяется в тела великих воинов и готов сражаться со всем, что попадется на его пути. Драуг открывает еще одну черту демона – воинственность. Он готов отдать всего себя лишь для того, чтобы испытать на себе силу битвы, силу вечного проклятия войны. Дьявола, которого ведьмак Геральт из Ривии находит в проклятой лечебнице, тоже демон. Он хочет утопить весь город в крови, и в этом суть его существования. Очередная черта демона – жестокость. О хищном начале, воинственности и жестокости демонов нам говорят и другие представители их вида – Куарин и Сфинкс. Они – суть зло. Хоть Гюнтера или черных пса и кота, исключительным злом назвать очень сложно. Ну что ж, если мы сопоставим все, о чем сегодня сказали, то получим истинную картину демона. Приблизимся к пониманию начала этого существа. А начало это – животное, жестокое и воинственное. Тем не менее, оно способно развиваться. Оно стремится к безразличию и высшему служению поставленным целям, проходит через обычные чувства по типу желания свободы и в итоге превращается в чистое могущество. А что вы думаете по поводу демонов Неверленда? Обязательно пишите об этом в комментариях. В этом видео мы скорее пытались рассуждать, нежели прямо сводить какую-то фактологию. Пишите свои впечатления, как вам и нужен ли детальный фактологический разбор демонов мира Ведьмака со сравнением с реальной мифологией, как мы это делаем в бестиариях. За поддержку нашего проекта, как всегда, благодарим патронов. Крэк Нью, Грокаш, Ермаклис, Риннинган, Данелюс, Рекс Джеди, Госпожа Енот, Докфайр, Мистер Зура, Стейнлесс Стил Снейк, Эва Виэс, Мина, Тимур Лаврик, М. Эстербен и Джиггл. Спасибо, ребят! Ваша поддержка невероятно мотивирует и помогает каналу развиваться. В любом случае, спасибо всем за каждый просмотр, комплименты в виде лайков и подписки на канал. Всем пока, до новых встреч!